Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Первые линии МЦД откроют до конца ноября. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Твиттер, первые линии московских центральных диаметров откроют до конца ноября текущего года. По его словам, по карте «Тройка» пересадка на МЦК и метро будет бесплатной. Кроме того, москвичи смогут экономить до 70% расходов на проезд благодаря новым тарифам, подчеркнул градоначальник. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы ищите на сайте mymsk.online. До скорого!